Куда сначала нужно... Красивый дуэт. Выберите самого привлекательного, по вашему, участника шоу, кроме вас. Я так лучше выберу. И через 15-30 минут сделайте вместе совместный номер. Слушайте, прям, значит, одного выносить, остальных обидеть, да? Ну ладно, еще один номер. Через 15 минут мы узнаем, или сейчас нам скажешь, нам же сейчас тем интересно. Мне нужно подумать, я понимаю, так и решили. Так начинаем музыкально. Тогда начинаем кастинг. Обращаем внимание на прекрасную, умную, очаровательную поэтессу Елену Тессу. Иногда так хочется уединения. Раньше я это стихотворение писала для своего парня, а сейчас я сама себе это предлагаю. У тебя нет парня сейчас? Нет. Я выбираю. Это креативная задача. Вообще! А все-таки я продолжу выступление. Я соберусь. Давайте будем на сутки проблемы. Будем говорить только на наши темы. Давай отключим интернет, телефоны. Выйдем из нашей комфортной зоны. Давай подарим друг другу сутки. Вспомним наши старые шутки. Разберемся в себе, в делах. Отдохнем не только в мечтах. Вот иногда приходят сообщения, ты читаешь их и думаешь... Зачем написал человек? Вот одно из таких. Проверяла оповещение, мне в контакты пришло сообщение. Ты приснилась сегодня во сне, будто снова мы в нашей весне. Будто вечер прошел лишь вдвоем, у меня ты осталась потом. Будто ты не пошла с ними в бар веселиться, когда я уже спал. Или утром ты мне соврала, не сказала, как были дела. Может, просто ревнивый я был. А тебе до сих пор не забыл. Ничего изменить уж нельзя. У меня появилась жена. Я назвал твоим именем дочку и поставил в письме свою точку. А когда я выложила следующее стихотворение, мама даже комментарий написала, что такого не могло быть, это чисто придумано. Мама, для тебя. Это было глупо, но это было. Я тогда называлась почему-то Марина. Вспоминать стыдновато мне весь рассказ. Как я помню, его звали Стас. Мы курили гашиш в туалете, нас еще не спалили еще дети. Мы брали с подносом еду, половину скормили коту. Поиграли, что мы манекены, голые, на измене. Неожиданная картина. Хоть я Лена, хоть я Марина. Играю я сегодня. Когда затягивают будни, не забывай, что есть мечта. Не забывай, что жизнь не скудна. Открой ты душу и глаза. Когда рутина надоела, ушел в работу с головой, и до себя совсем нет дела, ты вспомни, что еще живой. Ты вспомни, что хотела мама, чтобы счастливым в жизни был. Чтобы тобой гордился папа, чтобы про них ты не забыл. Звони родителям почаще. Чаще в гости приезжай. Не забывай быть настоящим. Что обещал, не забывай. Спасибо. А мне тоже задание? А все, у тебя уже есть задание. Красивый.